Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Сделать так, чтобы они разбили врата. Пробить врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Получилось.
Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась. Если бы у нас было больше времени. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Лара, у тебя мало времени. Ты должна первой добраться до источника. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди. Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Надо как-то его разбить.
Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Получилось. Пора снести врата. Попала. Нужно еще... Никак не прицелиться, механизм замерз.
Это уравновесит стрелу. Вода выливается. Возможно, рычаг на бадье закроет сливной механизм. Слишком высоко. Вода медленно выливается. Нельзя ли этим воспользоваться? Чуть повыше. Получилось. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелись.
Путь открыт.
Лучше! Поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софья. Мне любая помощь. Спасибо, Софья. Отличный выстрел. Тебе удастся по нему попасть. Будем пытаться.
Погоди! Перезаряжаем требушет! Вертолет летит слишком быстро! Мы точно по нему не попадем! Погоди! У меня идея! Попробую подстрелить огненный шар, когда он будет возле вертолета! Надеюсь, получится! Будем наготове, только подай сигнал! Запускай! Запускай! Работало! У тебя получилось! Это еще не все! Приготовьтесь повторить! Да! Черт! Пришлите отряд! Быстро! Уничтожить ее! Ah!
Нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Сразись со мной. Хватит прятать. А ну стой. Ты намного сильнее отца. Он бы так думал. Ха! Попалась! Это не моя судьба. Меня ждало величие! Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он... Давай же, давай! Он молил о пощаде. А когда понял, что ее не будет, стал просить пощадить тебя. Будь ты проклят! Ваша троица. Смерть. Это все, что она может. Сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности. В защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Яхан, берегись! Источник не предназначен для людей! Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла,
довольна того, что один Крофт погиб из-за него. Но я готова. Долго ждал. Ты знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время. Мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Дорогая Лара, я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Помни, по-настоящему важны не мы сами, а наши дела. Источник надо было уничтожить. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно так же. Пойдем. Тебя самолет ждет. Я прослушивала эту запись 1000 раз, но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует, и он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель. Анна, ты сказала, довольна того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... Но я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано.